Привет, народ! В августе 2019 года отдыхали в отеле Residence Riviera. Обзор отеля, а также наших приключений ищите на канале. А сегодня приглашаю посмотреть наш отельный номер. Жили мы в блоке Б. Поднимаемся наверх. Кстати, блок Б находится немного в стороне от большого бассейна. Это самое шумное место, где проходит основная анимация. Вот наш 221 номер. Ключ-карта. Заходим вовнутрь. Так выглядит наш номер. Номер небольшой, но довольно аккуратный. Есть две розетки, что является плюсом для одновременной зарядки ваших гаджетов. Есть кондиционер и телевизор. Телевизор включали один раз, только для проверки. Есть русскоязычные каналы. Думаю, многих интересует шумоизоляция номера. Соседей мы не слышали совсем. Возможно, номер, который находится рядом, был не заселен. А вот шум из коридора немного досаждал. Со стороны улицы здесь все на высоком уровне, шума не было совсем. Здесь все отлично. Пойдемте заглянем на балкон. Балкон маленький, с видом на соседнюю стену. Но поскольку мы находились в номере в основном только ночью, вид нас не особо интересовал. Ну а теперь заглянем в шкаф. В шкафу находится теплые пледы, которые, конечно же, нам не понадобились, и сейф. Кстати, по сейфу есть один минус, он не закреплен. Внизу находится холодильник. Холодильник старенький, но работает исправно, морозит отлично. Да, кстати, забыл сказать, сейф — это отдельная услуга, заказывайте ее за отдельную плату, доллар в день. Ну а теперь заглянем в ванную комнату. Выглядит все вот так. Довольно аккуратно. Но не без косяков. Сейчас я вам все покажу. Кстати, убирали и меняли полотенца регулярно. Здесь в этом плане все хорошо. Ну а теперь покажу вам некоторые неприятные нюансы. Это, конечно, мелочи, но все же показать их стоит. Первое — это вот зашпаклеванная дыра. А второе — разбухшая полочка от влаги. Да, это мелочи, но все же показать, я думаю, вам стоит, чтобы понимали, что берете. Хотя за эти деньги, я скажу, это реально мелочи. Номер нормальный, чистенький и аккуратный. На полочке лежала вот такая вот папочка с памяткой туриста. Кто первый раз в Турции, можете остановить, нажать на стоп и почитать. Хотя здесь, в принципе, все довольно стандартно. Все как всегда в таких отелях. Ривьера — отличный бюджетный отель, и отдых нам очень понравился. На канале будет детальный обзор отеля, пляж, анимация, кухня. В общем, смотрите, будет интересно. Да, хотелось еще упомянуть о кондиционере. Здесь все очень даже неплохо. Работает отлично, охлаждает комнату быстро. И самый важный нюанс — он довольно тихий. Ну что, о номере я вам рассказал. Больше добавить мне нечего. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. И, конечно же, всем только приятного отдыха. Всем пока!